Какой? Мне? Да. Ну, давай политически. Политически, пожалуйста. У тебя микрофон не работает совершенно. Возьми поближе. Тебя народ не слышит. Мне бы приятно было, что меня слышит, тебя нет. Ну, пожалуйста, я буду громче говорить, пожалуйста. Говори. На лекции. Чего? Вот ты действительно меня не слышишь. Дикция какая-то вшивая. На лекции, не перебивай меня, пожалуйста. На лекции так. Бабушка спрашивает у лектора, кто придумал рыночную экономику, ученые или политики? Лектор говорит, конечно, политики. Бабушка говорит, я так и думала, ученые бы сначала на собаках проверили. А что, у него уже сдохла собака, что ли? Собачка жива, а бабушка на грани. Ясно.